Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как можно сделать кнопку «Написать сообщение в группе». Сегодня меня об этом спросили, увидели, значит, в моей группе. Ну, вы заходите в свою группу, и вот здесь такая кнопочка «Написать сообщение». У меня прямо так написано «Наши дети» в названии группы. Напиши в сообщении «Привет», потому что на эту кнопку у меня настроен чат-бот. Как вообще сделать такую кнопку? Для этого, если вы являетесь администратором, это может сделать только администратор группы, вы заходите в настройки. Настройки – это вот справа сверху вот такие три точечки кнопочек. Нажимаете, заходите в управление сообществом. Самая верхняя ссылка. Хорошо. Здесь вы заходите вот в эту вкладку «Сообщение». «Сообщение». И «Сообщение сообщества» у вас должна быть включены, так же, как и виджет сообщения. Разрешить использование виджета. Угу. Затем вы, например, если настраиваете чат-бота, да, в вашей группе, у меня вот он именно здесь. Чтобы начать с ним болтать, вы пишите, напиши в сообщении «Привет». Если бы у меня не был настроен чат-бот, то если бы вы щелкнули «Написать сообщение», вы бы просто писали сообщение, ну, нам, администраторам, да, там, редакторам, прочим групп. А надеюсь, я вам помогла. Если помогла, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы по любым моментам насчет ваших групп, насчет ваших личных страничек ВКонтакте. Я вам подскажу, что знаю, что умею. Всем спасибо, пока.